Павел на русском. Космонавты Даша и малыш Саша, вы готовы? Да, капитан! Посмотрите! Космический центр! Здорово! Я хочу быть как космонавт, в космос хочу летать. Все на взлет, лишь вперед, хотим космонавтами стать. Скафандр ты надень скорей, и станет всем нам веселей. Все на взлет, лишь вперед, хотим космонавтами стать. О! Ух ты! Посмотрите на эту ракету! О! Ух ты! Экипаж! У нас есть миссия! Да, капитан Миша! Да! О! Ты представь, мы сейчас лететь с тобой должны. Команда, вы завершили миссию. Вы лучшие космонавты. Вы готовы к следующей миссии? Забираемся в туннель корабля. Да! Да! Мы исследуем корабль. Нам сейчас так весело. Уходи, ведь дел так много впереди. Все на взлет, лишь вперед, хотим космонавтами стать. Да! Следующая миссия маленьких космонавтов. Вы готовы взлететь? Да, готовы! Щекочет меня. Что смешного? У тебя в шортах муравьи. Кто щекочет меня? Ножки мои. Как же мне быть, знаю, там муравьи. Кто щекочет меня? Ножки мои. Как же мне быть, знаю, там муравьи. Попробуешь убрать их оттуда? Кто щекочет меня? Ножки мои. Как же мне быть, знаю, там муравьи. Как же мне их прогнать? Как их прогнать? Ножкой трясу, не дам я им стучать. Может быть, стряхнуть шорты? Кто щекочет меня? Ножки мои. Как же мне быть, знаю, там муравьи. Как мне их прогнать? Как прогнать? Шорты встряхну, не дам я им скучать. Может, попробовать потанцевать? И тогда муравьи выпадут из шорт. Вау!
меня, ножки мои. Как же мне быть, знаю там муравьи. Как мне их прогнать, как прогнать? Танцую я, не дам я им скучать. Я понял! Больше нет муравьев, нет муравьев. Прыгнул в бассейн, больше нет муравьев. Бегут они, да они. В воде не хотят купаться муравьи. Больше нет муравьев, нет муравьев. Прыгнул в бассейн, больше нет муравьев. Бегут они, да они. В воде не хотят купаться муравьи. Мы все любим супермаркет. Здесь еда для всей семьи. Фрукты есть. Овощи, их все возьму я, посмотри. Вы можете найти овощ? Да! Ух ты! Зеленый, вкусный он, видом его будешь поражен. Он как деревце, только не пропусти, его найди. Это брокколи! Верно? Да! Мы все любим супермаркет. Здесь еда для всей семьи. Фрукты есть, ага. И овощи. Их все возьму я, посмотри. Угадайте этот фрукт. Круглый он такой, красный, зеленый, золотой. На дереве растет. Ну и кто же из вас его найдет? Это яблоко. Нет, это груша. Правильный ответ — яблоко. Мы все любим супермаркет. Здесь еда для всей семьи. Фрукты есть и овощи. Готовы, ребята? Тоже круглый фрукт. Знаешь ты, как его зовут? Полезный будет сок. Ты вокруг посмотри и его найди. Оу! Это апельсин! Да! Это арбуз, малыш! Мы все любим супермаркет. Еда для всей семьи. Фрукты есть и овощи. Их все возьму я, посмотри. Угадайте этот овощ. Оранжевый такой, и растет он под землей. Любят кролики. Хрустящую морковку. Хрустящая морковка, угадал? Да! Мы все любим супермаркет. Здесь еда для всей семьи. Фрукты есть и овощи. Их все возьму я, посмотри. Готовы, ребята? Его запах не забыть. Он заставляет слезы лить. Микробы устранит. Ты вокруг посмотри и его найди. Это лук! Верно! Мы все любим супермаркет. Здесь еда для всей семьи. Фрукты есть и овощи. Куплю я, посмотри! Ой, ой, пора идти! Мне животик так сказал! Вдруг он убежал!
убежал, а почему не сказал? Куда убежал, не сказал. Как и я, ты пойдешь, твой животик даст знак. На горшочке посидишь, у всех нас бывает так. Если хочешь ты, то поймешь. Ой, братик, прошу, помоги, что мне животик сказал. Саша, пойдем на горшок. Недавно ведь он мне помог. Теперь ты знаешь, когда пора идти. Ой, теперь знаю я, что пора в туалет. Стал я совсем-совсем большой. Мне мой брат дал совет. Подгузникам скажу я нет. Ой, теперь знаю я, что пора в туалет. Милый, иди, не скучай, а потом вернись, поиграй. Я знаю, когда пора идти. Ой, ой, мне пора. Мне пора в туалет. Сделать сам я все смогу. На помощь никого не зову. Я знаю, когда пора идти. Давай принесем ракушки для нашего замка. Хорошо нам отдыхать и на пляже всем играть. Вот и я. Ой-ой, сделал больно я. Слово волшебное ты скажи. Да! Формочки люблю свои, из песка куличи. Ой, эй, посмотри! Ой-ой, сделал глупость я. Слово волшебное ты скажи. Волшебное ты скажи. Слово волшебное знаю я. Пожалуйста, волшебное слово, пожалуйста. Все верно, сказать пожалуйста — это вежливо. Малыш Саша, что ты говоришь, когда тебе кто-то помогает? Спасибо. Пожалуйста. Вместе весело играть и на пляже отдыхать. Ой-ой, сделал глупость я. Слово волшебное.
не забудь свою лопатку. О, спасибо, папочка. Хорошо нам отдыхать. О, и нам даже всем играть. О, важные слова сказать. О, как панамку мне поймать? Слово волшебное ты скажи. Я знаю. Спасибо. Да. Ага. Ух ты. Ух ты. Пиратом сильным буду я. Смотри, я какой, вот борода, а вот усы, пойдем играть со мной. Буду принцессой я сейчас, я сейчас, я сейчас. Платье корону меряю, подходит мне как раз. Теперь у меня есть магия волшебной палочки. Давайте танцевать. Да! Да! А, ага. А вот и мой прекрасный принц. Я буду сейчас как космонавт, нравится мне мой наряд. Ботинки, шлем надену я, ракеты полетят. Три, два, один, взлетаем! Я открою новые планеты и галактики! Теперь все вместе будем играть, в нашем дворе все будем играть, и в костюмах мы своих будем танцевать. А здесь мы закопаем наш клад, пират-малыш Саша. Смотрите, какая красивая бабочка. Смотрите, вот так я хожу на Луне. Ха-ха! Вместе нам очень радостно, весело нам троим. В костюмах мы и целый день вот так играть хотим. Костюмы наши нам нравятся, нравятся, нравятся. Продлятся игры целый день, не будет им конца. Ага, отличные костюмы. Ага, а? Я пожарный. А я супермама. Да. Да. Миша, смотри, я лучший итальянский повар и готовлю самые вкусные макароны. А я буду лучшим французским поваром в мире. Мама тоже готовит. О, привет, милая. Мама, положи мне сюда макарон, пожалуйста. Ну хорошо, милая. Пожалуйста. Спасибо. Ух ты, чем вы заняты? Мы играем в поваров. Хочешь тоже поиграть, малыш Саша? Милый наш малыш, за столом сидишь. Будем вместе мы тебе кушать помогать. Научить манерам мы тебя хотим. Мы расскажем, как себя нам следует вести. Это вилка. Вилка едят макароны и держит ее вот так. Ха-ха!
Ты испачкался, но грустить нельзя. Рот салфеткой, так и знай, смело вытирай. И теперь ты точно будешь это знать, что салфеткой так легко ротик вытирать. Суп. Ложки нам нужны. Правильно ее держать поможем брату мы. Чавкать нам нельзя, когда мы едим. Ведь смущать всех за столом мы точно не хотим. Нет, малыш Саша, не надо жевать с открытым ртом. Если ты жуешь, ротик свой закрой. И всегда ты за столом будь вежливым, друг мой. Слюни не пускай, аккуратно ешь. Это неприятно, не оправдывать надежд. Большой, то его скорей порежь, мой совет простой. И доесть тогда ты можешь все легко. Вилочку ты не забудь, ее держи рукой. У меня есть настоящее мороженое, хотите? Саша, малыш, у меня для тебя есть сюрприз. Набор поездов. Ух ты! Сядешь ты в вагон скорей, садись скорей, так веселей. Всем понравится вокруг наш поезд разноцветный. Хорошо, малыш, смотри, как едет поезд. Давай учить цвета. Поищи ты красный цвет, красный цвет, красный цвет. Отыщи ты красный цвет, посмотри вокруг. Где ты ищешь, малыш? Вот же, это красный цвет. Эй, кто взял мой красный мяч? Саша, малыш, молодец, ты нашел красный мяч. Отыскал ты красный мяч, вот красный цвет, вот красный цвет. Машинка, платье, посмотри, ты сам нашел ответ. Хорошо, а теперь найдем что-нибудь зеленое. Привет, милый, что ты хочешь? Отлично! Отыскал ты ложечку зеленую, зеленую. Фломастеры и листики, ты сам нашел ответ. А как насчет желтого цвета? Молодец! Клади в желтый вагончик. Отыскал ты мисочку, вот желтый цвет, вот желтый цвет. Игрушки и подушки, тут ты сам нашел ответ. А что насчет фиолетового? А, я вижу, ты нашел что-то фиолетовое. Положи в фиолетовый вагон. Отыскал ботиночки, фиолетовый здесь цвет. Шарики, смотри вокруг, ты сам нашел ответ. Подожди-ка. Это мой красный мяч? Это моя зеленая ложка. Эй,
это мои фиолетовые ботиночки. Ищем вместе синий цвет, синий цвет, синий цвет. Шапка и пижама тут, и мы нашли ответ. Сядем мы в вагон скорей, садись скорей, так веселей. Всем понравится вокруг наш поезд разноцветный. Все на посадку. Да. Поезд, поезд, да, да. Скоро поезд вдаль помчит на посадку. Чух, 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 гудок ты не забудь. Пора нам в путь. В поезде едем мы. Он гудит ту-ту-ту. Посмотри в окно. Ух ты! Ага! Корова, дерево, цветочек! Посмотри, кто нас везет. Кто это? Горят они, едем мы в поезде, едем мы, чух-чух-чух, кнопка посмотри. Ого! Да! Фары! Вперед, поезд! За окном едем мы на своих местах. К нам пришел кондуктор. Здравствуй, малыш Саша. Билеты покажите ваши. Да. Пожалуйста. Это для тебя, малыш. Свисток, свисток. Мы пойдем в вагон-ресторан. Много еды для нас будет там. Еды так много здесь. Хотите есть? Едем мы всей семьей. Едем мы. Чух-чух-чух. Нам свисток свистит. Поезд вдаль спешит. Вкусно, вкусно. Посмотрите, ребята. Ачи! В поезде кровати есть. И поспать ты можешь здесь. Веселись пока, подушки как облака. В поезде всей семьей едем мы. Ту-ту-ту, подарки посмотри. Ух ты! Игрушки, игрушки! Спасибо! Здорово! Огни поезда! Все места! Первый класс! Много там! Да! Нового тут для нас! Слышишь ты свисток? Ого! Как едет поезд, ты посмотри! Ух ты! Поезд мчится! Чух-чух-чух! Нам свисток свистит, поезд вдаль спешит. О, все хорошо, дети. Мы в туннеле. Да, диско-вечеринка. О, да. Оу. Хорошо, ребята, давайте проведем время с пользой. Сегодня мы будем изучать, как называются части нашего тела. Кто знает, что это такое? Молодец, малыш Саша. Это же ручки. Высоко я ручки подниму. Ушки мои, глазки мои тут. Это голова, мой рот, мой нос. Две ноги и 10 пальчиков. Ушки посмотри, раз и два. У всех есть ушки и голова. Музыка играет, слышно вам? Да, помогут ушки нам.
Отлично, малыш Саша. Хорошо, ребята. Теперь посмотрите на себя в зеркало. У всех есть пара глаз, один нос, один рот и два ушка. Но все мы разные. Ушко два и нос один, смотри. Глазки и ротик открыть можешь ты. Высунь язычок, он нужен нам. Вкусно нам будет, ням-ням-ням. Давайте по-другому взглянем на наши тела. Нос, да. Смотрите, как легко изучать разные части тела. Ваня, можешь сказать мне, где твои глазки? Маша, где твой ротик? Малыш Саша, где твой животик? Катя, покажи нам свои ручки. Лёша, покажешь нам свои ножки? Лена, можешь сказать, где твои ушки? Боря, что-то случилось? Высоко поднимем ручки мы. Ушки наши тут, глазки наши тут. Это голова, вот рот, оно здесь. Две ноги и пальчики здесь. Хорошо, ребята. Теперь мы выучили части нашего тела, и пора дать нашему телу немного отдохнуть. Давайте немного вздремнем. Время засыпать и отдыхать. Надо быстро глазки закрывать. Хочет попить лимонад. Убираться срочно пора. Это просто как игра. Надо быстро все тут убрать. По местам все расставлять. Трудимся мы с тобой сейчас. Будет чисто всегда у нас. Тут надо нам класть игрушки по местам. Кто-то может ведь наступить. Очень грустно может быть. Если игрушки не убирать, то на них могут наступать. Пора обедать. О! Ай, о, горячо! Убираться тут надо нам, класть одежду по местам. Ей не нужно всюду лежать, будем срочно убирать. Уважать должны мы дом, ведь все вместе живем мы в нем. Игрушки не убирать, то их можно.
на него. Убираться тут надо нам, класть все вещи по местам. Беспорядок мы уберем и в чистоте теперь живем. Если вещи не убирать, кто-то может и сломать. О? О! Убираться нравится нам, класть все вещи по местам. Мы команда, так веселей, все уберем тут поскорей. Трудимся мы с тобой сейчас, будет чисто всегда. О, да! Вы отлично провели уборку, дети! Это весело! Кто хочет испечь пирог с бабушкой? О, мы! Испечем, испечем кексик мы. Быстро приготовить его мы должны. Сахар и яйца, мука, молоко. Его теперь в духовку поставлю я легко. А теперь достанем ингредиенты. Да! Давайте за мной! Кексик мы испечем веселей. Маме и папе приготовим скорей. Будь осторожен, продукты не урони. Положи на стол все, чтобы не упали они. Кексик мы испечем веселей. Маме и папе приготовим скорей. Будь аккуратней, беспорядок не беда. Ведь бабуля сразу спасет тогда. О, нет. Та-да! Кексик мы испечем веселей. Маме и папе приготовим. Одно яйцо, два яйца мы в миску разобьем. Верный мы рецепт так быстро найдем. О! Кексик мы испечем веселей. Надо все перемешать поскорей. Тесто я люблю. Помощи просить. Ох, да. Кексик мы испечем веселей. Маме и папе приготовим скорей. Формы положим, духовка уже ждет. Запекать оставим. Успех к нам придет. Кексик мы испечем веселей. Бабуля, помоги же мне поскорей. Не выходит, что же делать мне. Если ты поможешь, станет весело вдвойне. О, ага. Кексики испекли вместе мы. Глазурь и посыпка нам очень нужны. Украсим мы дружно кексики сейчас. Это интересно, весело для нас. Кексики испекли вместе мы. Глазурь и посыпка нам очень нужны. Украсим мы дружно кексики сейчас. Пусть теперь похвалит бабуля нас. Ух ты! Ой-ой! Кексики испекли вместе мы. Чистота, уборка очень нам нужны. Какой беспорядок!
порядок устроить мы смогли. Но вкусные печенья мы испекли. Вкусно! Да, отлично. Для тебя. О, мне нравится. Нам было весело, да? Давай попробуем поиграть в другую игру. Я хочу так, я хочу так, я уже большой. Я хочу пробовать, а не скучать. В теннис я хочу играть. В руки я ракетку взял, а теперь держу удар. Вот стою твердая, и победа будет твоя. Да, твоя. Нет, не смог я, так нельзя. Повтори еще раз. Нет, не вышло и сейчас. Все хорошо. Давай попробуем что-нибудь еще. Я знаю. Хи-я! Хи-я! Я хочу так, я хочу так. Я уже большой. Хи-я! Я хочу пробовать, а не скучать. Карате буду изучать. Прошу меня научить. Так хочу я победить. Раз, два, три. Попробуем что-нибудь еще. Хорошо. Я хочу так, я хочу так, я уже большой. Я хочу пробовать, а не скучать. В баскетбол так хочу я играть. Звонкий смех, свой ты не прячь. Пора одеваться. Да, ты можешь. Да.
Да, ты можешь. Но она уже мала. Новую футболку я нашла. Это динозаврик, смотри. Все, могу я. Да, ты сможешь. Да, ты сможешь. Да. Самобудца я хочу. И нет, я вовсе не шучу. Сейчас я кроссовки свои сам надену. Да, ты можешь. Папины кроссовки велики, ты обуй сейчас свои. Эти будут как раз. Сам смогу я. Да, ты сможешь. Шляпку я надеть хочу. И нет, я вовсе не шучу. Сейчас я шляпку свою сам надену. Да, ты можешь. Да, ты можешь. Тебе понравится заниматься физкультурой, малыш Саша. Да, забираться высоко буду я сейчас. Вниз я с горочки скачусь, веселье ждет всех нас. Саша, так же сможешь ты, пусть исчезнет страх. Поднимись, потом скатись. Хочет поиграть в мяч? Я! Мяч бросай, потом лови. Это так легко. Кину мяч сейчас тебе. Ты кидаешь мне. Саша, так же сможешь ты. Пусть исчезнет страх. Мяч лови, потом бросай. Теперь пора научиться держать равновесие. Вот так. Да. Равновесие теперь держать научилась я. А теперь попробуй ты, это не сложно для тебя. Саша, так же сможешь ты, пусть исчезнет страх. Равновесие сейчас держи, все в твоих руках.
себе препятствий. Да! Кто же в гонке победит? Это нелегко. Кто же первым прибежит? Победитель кто? Саша, так же сможешь ты. Пусть исчезнет страх. Ползай, прыгай и беги. Молодец ты у нас. Похоже, вы оба победили. Это ничья. Да. Мама, звездочка. Кто хочет поиграть в бассейне с мячиками? Да. Да. Если есть захочешь вдруг, чистота твой лучший друг. Если есть ты хочешь, ручки помой, помой. Если есть ты хочешь, ручки помой, помой. И вот ты поиграл, очень грязным снова стал. Если есть ты хочешь, ручки помой, помой. Перед едой усердно руки я помыл, помыл. Перед едой усердно руки я помыл. Я играл, 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 почему-то грязным стал, но микробы смыть я с рук не забыл. Помыл! Если есть захочешь вдруг, чистота твой лучший друг. Из прогулки ты вернулась домой, домой. Перед тем, как есть ты руки помой, помой. Ты на улице гуляла, очень грязной снова стала. Перед тем, как есть ты руки помой, помой. Погуляла и вернулась домой, домой. Погуляла и вернулась домой, домой. Кто на улице гулял, очень грязным снова стал. Перед тем, как есть ты руки помой, помой. Если есть захочешь вдруг, чистота твой лучший друг. Если высморкался тогда, руки мой, помой. Если высморкался тогда, руки мой, помой. Насморк это не беда, должен помнить ты всегда. Если высморкался тогда, руки мой, помой. Если высморкался тогда, руки мой, помой. Если высморкался тогда, руки мой, помой. Насморк это не беда, должен помнить я всегда. Если высморкался тогда, руки мой, помой. Если есть захочешь вдруг, чистота твой лучший друг. После краски вновь ты руки помой, помой. Ведь с работы ты вернулся домой, домой. Грязь совсем нам ни к чему, и все знают почему. Ведь ты должен руки мыть, полюбить, любить. После краски ты вновь руки помой, помой. Ведь с работы ты вернулся домой, домой. Грязь совсем нам ни к чему, и все знают почему. Ведь ты должен руки мыть, полюбить, любить. Мам! Помой! Привет, друзья! Вы знаете, кем работает папа Артема? Он ученый! Дети, да, ученый я, ученый я, ученый я. Дети, да, ученый я, и вот что я делаю. Делаю я опыты, опыты, опыты. В колбах и в пробирочках все всегда бурлит. Давайте посмотрим, кем работает папа Ани. Он космонавт.
Дети, да, я космонавт, я космонавт, я космонавт. Дети, да, я космонавт, вот что я делаю. В космос на ракете вновь я полечу. На ракете на Луну скоро полечу. Давайте посмотрим, кем работает мама Жени. Она ветеринар. Дети, я ветеринар, ветеринар, ветеринар. Дети, я ветеринар, и вот что я делаю. Я лечу животных всех, животных всех, животных всех. Кошек и собачек, поверьте, я спасу. Да! Давайте посмотрим, кем работает папа Веры. Он строитель. Дети, я строитель, строитель, строитель. Дети, я строитель, и вот что я делаю. Постучу я молотком, молотком, молотком. И могу построить я все, что захочу. Посмотрим, кем работает мама Сони. Она доктор. Дети, да, я доктор, я доктор, я доктор. Дети, да, я доктор, и вот что я делаю. Я слышу сердце, как стучит, тук-тук-тук. Все будете здоровыми, доктор, это ваш друг. О! Посмотрим, кем работает папа Маши. Он пожарный. Дети, да, пожарный я, пожарный я, пожарный я. Дети, да, пожарный я, и вот что я делаю. Огонь водой я потушу, потушу, потушу. Огонь водой я потушу, вот что я делаю. Посмотрим, кем работает мама Бори. Она дантист. Да, зубной я, дети, зубной, зубной, зубной я, доктор, дети, зубки я лечу. Открой свой ротик поскорей, поскорей, поскорей. Проверю твои зубки я, и будешь ты здоров. Посмотрим, кем работает папа Саши. Он музыкант. Дети, да, я музыкант, музыкант, музыкант. Дети, да, я музыкант, и вот что я делаю. Петь могу я и играть, и играть. Петь могу я и играть, вот что я делаю. Нет проблем. Жук, жук, жук улетай. Жук, жук, жук улетай. Очень жуткий, грязный, страшный жук, жук, ты улетай. Неправда, жуки хорошие. Бабочки очень хороши. Божьи коровки, скажу вам от души. Жук, жук, жук уползай. Очень жуткий, грязный, страшный жук, жук, ты уползай. О, это просто сороконожка. Много ножек, посмотри сюда. Суперскорость разовьет она. И догнать можем не успеть. Так весело смотреть. Да. Что это, малыш Саша? Жук, жук, жук уползай. Жук, жук, жук уползай. Очень жуткий, грязный, страшный жук, жук, ты уползай. Ух ты, так много муравьев. Муравьи весело живут, без конца работать привыкли они тут. Знай, что все они одна семья,
муравьи друзья. Эй, кто хочет поучаствовать в пчелином шоу? Я! Жук, жук, жук уползай. Жук, жук, жук уползай. Очень жуткий, грязный, страшный жук, жук, ты уползай. Подойди, малыш, смотри, как работают пчелы. Здесь жужжат пчелки, посмотри. Мед готовят, он в улье там внутри. Мед, мед, очень вкусный мед пчелка нам несет. Звук идет отсюда, малыш Саша. Жук, жук, жук уползай. Жук, жук, жук уползай. Очень жуткий, грязный, страшный жук, жук, ты уползай. Не надо, улитки забавные. Медленно улитки поползут. Посмотрите на этого красивого паучка. Жук, жук, жук уползай. Жук, жук, жук уползай. Очень жуткий, грязный, страшный жук, жук, ты уползай. О, поможем паучку. Жучки, жучки, любим мы вас. Жучки, жучки, любим мы вас. Всех вас любит наша семья. Ведь вы наши друзья. Отлично, вы такие храбрые. Видели? Нет причин бояться жуков. Да!